И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение, и сегодня мы играем классную игрушку, называется Кровавая Пати. Димончик, поздравайся. Всем привет. В эту поиграли мы игру немножко, ну я немножко, Димон еще не играл. Сейчас будем вместе с вами ее изучать, проходить и угорать. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Ты, Димон, готов? Да, я готов. Ну что, насчет три, кто быстрей? Стой. Не-не-не. А, да? Давай, раз. Два, три. Три. Ха-ха, я первый. Так, ребята, тут на умение. Главное, хорошо уметь паркурить. Так, бежим. Ха-ха, класс, пробежали. Опа. Я тебя жду, Дима, чтобы было интереснее. Голова. А, ты головой, тю. Ах, ты голова, ты, я тоже хочу. Ух. Никто не стал сделать быстрее. Блин, мне эта игра очень нравится, я люблю такие игрушки. Ух. Так. Блин, смотрел на эти топоры. Димон, ты не должен пройти первый. О-о-о-о. Пройду первый. Блин! Эх, там был молот, я так хотел уклониться. Блин, я ж только что... Я же просто много левелов прошел. Че я сливаюсь? Я должен затащить. А, я умер. Есть, я тащу. Так. Это далеко. О, это уже далеко. Салага. Салага? Димон играет первый раз, играет лучше меня, чё за говно? Блин, сдох. Так, ладно. А, Димон, я понял, почему ты здесь проигрываешь. Ой, я прошел. Нет! Есть? Сейчас будем тут вместе с тобой бокопорить. Меня так прям поджопник прописало. Все, я победил! Нет! Димон, стой, я хочу тоже пройти. За молотами, когда они будут... Это же не просто это. Во! Пальцы, ребята, вверх, лайкосики ставим. Давай, я Димону специально поддавался. Ну ты понял. О, конечно. Вот сейчас я буду стараться. Я уверен, что я выиграю. Проиграю. Выиграю. Точно? Да. Ну ладно, верю тебе. Смотри. О, давай, ты первый идешь, будешь разведку делать, так сказать. Хорошо. Нет! Димка бежит. Я теперь карлик какой-то. Я тебя больше ждать не буду, я в тот раз тебя ждал. Не надо меня ждать. Я тут, блин, на руках иду. Блин, это круто. Ого. О! Чё так жестко? Меня отмудохали. Оп. Нет. Одна рука. Я на одной руке ползу. Я вообще здесь жесть как проживаю. Так на руках прикольно бежит. Я угораю с ним. А, давай, Димас, я тебя догоняю. Давай, чувак, ты сможешь. На одной руке. Нет, я бегу. Я на одной руке сейчас всю игру, надеюсь, пройду. Однорукий Джек убийца. Блин, меня уже тут поотрубывало все, что можно. Я на одной ноге, ой, на одной руке ползу, это жесть. А, только не молот. Только не молот. Оп. Ребята, нет. Это был скилл. Вот так надо проходить. А мы будем смотреть, как за Димоном. Как за Димоном играет. Мне кажется, этот левел легче. Мне так кажется. Проиграешь? Да. Еще и кислота. Интер нажимай. Ты растворился. Дима, сколько тебе попыток надо, чтобы ты прошел здесь? А, еще одну и все. Окей, босс. Разрубит! Вот еще буду тебя подкалывать, я так люблю. Мне такие игры очень нравятся, класс. Тебе просто повезло, а мне теперь... Да, повезло, конечно. Ой, какашка. Ладно. Давай. Сейчас я пройду эту игру. Ты голову кинулся, давай. А чё, это изи проход игры. Смотри. Вот здесь вот.
Умри! Разрывай! Топор! И этот меч разрубит! Блин, пошел! А мне нравится подкалывать. Так, ладно. Оу! Оу! Подфартило, так подфартило. Ладно, карлик, давай, иди. Мой любимый карлик. Давай, 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 давай. Сюда. И отлично. Ого. Ого. Ого-го, Димончик там, ты видел? А, да, меня тоже отфигачило. Ого, блин, на кусочки, на мелкие. Ой-ой-ой-ой, бьет. Давай, вставай. А, блин. Зафигачило меня вообще дико. Ой-ой-ой, посмеялся. Блин, чекпоинтов-то мало. Не, еще 13, нормально. Давай, блин, давай, опять давай, что ли чувак, эти кабаки? А это что за штуки такие? Ой, я не знаю, Димончик. Ложки какие-то. А, это можно, короче, их брать, эти ложки, и драться ими. Ай, блин, как какашка умер. Тихо. А, давай. Блин, у меня чекпоинтов мало, Димон. А я еще их трачу просто так. Ну давай, Вася. Опять я умер, да как? Чувак, давай. Чувак, ты можешь. Ой, ты как Вася какой-то. Ух. А, да что такое? Не получается. Ой, промахнулся. Блин, 8 чекпоинтов осталось, чё-то мало. Да я даже не задел сегодня. Давай, ты сможешь. Беги, прыгай. О, чё за черепушки такие? Ой, это мозги чьи-то. Я это сделал. Так, Димончик, наблюдаем за тобой, как ты сливаешься. Умри! Упади, разруби! Блин, буду подкалывать тебя. Блин, больше всего удовольствия, когда ты уже прошел и кто-то сливается. Смотришь, 7 минут, Димон. 4 минуты еще. Так. Вот здесь сейчас тебя разрубит. Ах ты хитрый жопин. Ладно, прошел, я понял. Yes. Четко. Так, продолжаем дальше. Как не пройти? А я, Димон, рядышком уже. Тебе надо ждать, Димас. Давай, Димас. Я хлопаю в ладошки. Догнал, отлично. Давай, надо туда встать. Давай. Блин, а ты знаешь, что можно в воздухе ускорение нажимать, если не долетаешь? Давай, Димас. О. Я сразу вперед бегу, чтоб выиграть тебя. Так ты не знаешь, что там будет, а я знаю. Блин, мне так нравится. Давай, кислота. Димас, тебе надо ждать, иди сюда ко мне. А, растворяюсь в воздухе. Давай, иди сюда. Тебе надо ждать тут. Давай, становись сюда ко мне. Давай. А, поэтому оно и было типа в кооперативе, все, я понял. Ой, я дошел! Еее! Ты прошел? А, надо только с друзьями. Ес, мы вместе прошли! Ну что, Димон, ты готов проиграть? Ну что, ты готов, Димас, проиграть? Нет, я очень сильный игрок. Я сейчас выиграю, по-любому. Ого! Вот это молотов там. Это классно выглядит. Так, воооо. Ого! У меня-то голову красиво. О, я могу к телу присоединиться. Смотри. А что, тебя там придавило чем-то? Или... А, я наполовину, как червяк, смотри. А что с тобой не так-то? Отлично, чекпоинт. Ого. Ого, меня фигануло. Прикольно. А, это жестко тут, кстати. Тихо. Норм, живой остался. Вот это меня не особо так нормально. А я на дурака прошел в основном. Я должен выиграть. Голова, давай, иди. Я должен выиграть.
Голова, голова, ты вперед, уходи. Ух, неприятная ситуация, но мы затащим дальше. А, почему я так низко упал? Ух, еще раз половинила она в воздухе, вообще жесть. Я в космосе, Димас, я в космосе. Ребята, напишите в комментариях, как вам эта игрушка вообще? Потому что мы много думали, какую игру нам еще записывать. А, еще мы будем записывать Deep in Rock Galactic. Да, много у нас игр. Да блин, да как так пройти? Меня рубит и рубит какое-то говно. Я буду этим маленьким... Маленькой головой буду. А, как бухарик, а не голова. Ой, дошел до чекпоинта. Еее! Чекпоинт. Ух. Блин, я так радовался, что я первый. Но нет. Ой, что это такое, блин? Ого, вы видели, как я там прошел? Это вообще на Терминатора как-то. Так, давай, чувак. Расслабляйся. А тут что делать? Ого, мне тут какие-то мотни в голову ударили, сбоку торчали. Это боксерские груши. Что она там тикает? Я уже думал, время кончается или что? Эй, карлик. О, Димас, я тут самый мощный. А, блин! Самый мощный, самый первый сдох на этой локации. Ай-яй-яй-яй-яй! Что не так? Ой-ой-ой, это была неприятная ситуация. Давай, давай. Ого. А, видели вот это миллиметражи? На километр. А, как больно это было. Давай, вставай, челик. Ай, блин. Опять без ног. Опять. Блин! Так затупить, жесть! Не знаю, смогу я сейчас как тогда пройти здесь. А! Стараюсь, постараюсь. На дурачка. Блин, ты выиграл! Победа! Победа, победа! Дима, смотри, как я сейчас здесь пройду на дурака? Проиграешь сейчас. Вот здесь, вот сейчас тебя просто снесет здесь. Блин, это ж надо в щель дырку попасть вонючую. Красавчик. Давай, Димас, я в тебя не верю. Давай. Оп, ого, ничего себе. Сейчас тут упадешь, наверное, да? Так это, знаешь, Димон, обидно, что я уже второй раз так проиграл. Да? Да. Ой, без ноги. Прыгай, давай. Ох, как это... Вот это тебя пришло. Так, все, я больше пробовать не буду, сейчас буду проигрывать, все. Ты читер. Это Ярик, что ли, так научил тебя? А что ты плачешь? Я вон видел, ты поплакал. Ну как? Ну так нечестно! Ну как-то ускорение по-дебильному срабатывает. Ого, ты тут проходишь. Как мастер какой-то. И... Давай! Мы это сделали! Блин, мне так аж было, жопа пригорела чуть-чуть. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение, и сегодня мы играем в классную игрушку, называется Кровавая Пати. Димончик, поздравайся. Всем привет. Ну что, Димон, ты готов проигрывать? Димас, смотри, как я языком смешно шевелю. Да, кстати, физика языка есть. Не могу от первого лица сделать, но все равно прикольно. А ну встань, не шевелись. Я так подойду спиной, что прям... Прикольный у тебя челик. Ну что, на счет три? Да, на счет три, давай. Раз, два, три, погнали. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Ой-ой-ой. Блин. О, я знаю, как тут можно, Димон, пройти. Я придумал. Блин, меня расплющило. Жесть. Подожди. Не привык еще. Ой, блин, не то нажал. Пишу в чате какие-то маты. ВВСС. Ой. Тихо. Димка, давай. Оп. Ползем. Да что ж такое? Меня плющит. Ата. Чекпоинт мой, давай. Ха-ха, Диванчик, я прошел. А ты первый чекпоинт прошел? Да, вот только что. А ты, блин.
Ха-ха. А ты что думал? Ух ты! А, там надо на дурака просто прыгнуть по шурику и все. Сейчас я покажу, да, как просто надо. Просто прыгать надо. Я псих. Так, отлично. Оп. Иду дальше. Блин, Димон, с лазерами прикольно, да? Миссия? Да, во-во-во, так, так, я уже спеши, на втором чекпоинте, спеши, Димас. Второй чекпоинт мой. Ха, нет, блин. Здесь, кстати, сложно. А, как ты прошел? Блин, а чё так сложно? А как мы пройдем? А я пройду сейчас, смотри. Это реально... О, я понял, как там надо. Знаешь, как Дима надо? Блин, да что я переживаю сильно. Можно вот так сразу прыгнуть. А не, ноги отстают от тела. Блин, вот это сложный, конечно, уровень. Тихо, тихо, тихо. У меня половинка моя. А, голова, блин, я мог бы прыгнуть, я мог бы. Ой, если я голову свою так над фонаря кину, на дурачка. Эх, блин, это так сложно. А там внизу нельзя пройти никак? Димас, я дальше тебя прошел, смотри. Блин, а ты чекпоинта прошел, не? Походу, да. А, за что так сильно? Тихо. Блин! Димон, я чувствую, не пройду я здесь. А может, и пройду. Тут же потненький такой этот. А, блин, опять. Да что ж такое, не получается у меня никак. Давай, созарядимся. Пройду. То я начинаю просто переживать сильно. А если не переживать, блин, то пройдешь. Чуть-чуть не хватает. Во, вы видели, как я прошел? Вообще, считай, с первого раза, Димончик. Ай, нет, новая голова. Ай-яй-яй. Тихо, тихо. Е, чекпоинт. Ты прошел? Да. Прошел. Я ай-яй-яй. Блин, Димон, так нечестно, ты читерил. Это пушка, тут можно с нее стрелять, походу. Ах, на три запчасти сразу. Так, что тут за пушки, конечно? Я вообще пройду эту карту или нет? Так, тут какой-то паркур. Что за пар... А, паркур! Сложно. Тихо, я живой, я живой. Там, Димас, вообще непонятно, что делать надо. А я не могу ползать, что ли? Я только могу прыгать. О, я вообще не могу ползать. О, Димас, ты со мной. А как так-то? А, не знаю. Спасибо, Димас, что прошел. Да, пожалуйста. Первое место! Эх, Димон, я туплю здесь немножко. Но это нормально для меня. За тобой наблюдать буду. Я специально. О, так смотри, вот Димон вообще ни одной царапины. Да вот, блин. А ты хочешь быстрее, да? Не спеши лучше, а то упадешь. Нет, Димон, не упаду. Блин, ты... Нет, Димон, упаду. Эх, ну зачем ты сглазил? Так ты сам туда свалился, зачем? Я ж просто не такой паркурист, как ты, от бога. Я правильно иду, да, вообще? Да, правильно. Давай. Так. Направо надо идти. Вот, да, сюда. Давай. Давай, прыгай. Оп. На платформы. Так. Так, давай дальше. Тихо. Давай. Оп. 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 Молодец, Димас! Ребята, я не половину новища. Ну, не наполовину. Или наполовину. Понял. Короче, прошел. Офигеть, ты это видишь? Да. Ну как я так не допрыгнул-то на соплях? Воу, за колючку. Димон, а их можно перепрыгнуть, да, эти шары? Надо вот эти батуты брать в самом начале, которые даются. А-а-а. Все, понял. С помощью них надо прыгать, короче, с помощью батутов. Да за что? Вот, второй чекпоинт, ура, второй. Так, надо восстановиться, отрегениться, так сказать. Давай, Димасик. Догоняй.
О, вот он, блин, конечно. Дает. О, чекпоинт поймал. А как эту кабаку сбросить? О! Может, надо что-то брать? Я что-то не беру. Я с помощью этой что. А, тут наша ряба. Вот я спешу постоянно, из-за этого я вот проигрываю то, что спешу. Так, давай, Дима, я тебя жду. Будет сейчас у нас в конце битва. О, надо наконец-то крафтить. Я тебя накажу. Надо тебя тут три раза отфигачить палкой. Ладно, не палкой. У меня есть пушка, Дима, кстати, реально. Как тебе моя пушка? О, бу! Как тебе пушка, Дима? А как так нечестно? Давай, подошел ко мне, сейчас тебе так пушка огрею. Да ну так-то! А чего мы так не играли? Видишь, на самой середине тут на красной штучке есть пушка такая, возьми ее. Возьми пушку на самой середине. Ай, говна поешь. Понял, тут, короче, есть еще это... Вот, возьми пушку. Давай на ложках, чисто на ложках. Подожди, да, я возьму тогда ее. Может, на шприцах попробуем еще? Так. Ложка. Давай, давай, ты на чё, ложка. Иди давай сюда. А я ж. А чё моя ложка сквозь тебя прошла, сквозь текстуру? Это вообще нечестно. Так может ты промахнулся из-за того, что поэтому да? И прошла. Так, давай, давай еще. Это был посрач. Смотри, карлик какой. Как-то проиграть вообще. Тут просто тебя вышибает и все. Ты как бы даже не проиграешь тут у нас. Так, надо погнал, надо быстрее, да. Надо выиграть тебя. Так, пружинки. А классная штука сделана, и ускорение, да? Да-да-да, тут, кстати, еще... Что? Почему я умер? Вообще странно, ладно. Это было прикольно. Так, я сейчас тебя догоню. Ага. О. Да почему? Димас, я там до чекпоинта чуть-чуть не хватало. Как так-то? Как ты прошел там? Ах, сглазил. Ой, я живой. А чё за баг? Эх, блин, так хорошо проходил. О, чекпоинт, отлично. Я допрыгнул просто до чекпоинта. А, я не могу долететь дальше, Димас. Как ты долетел дальше? А я сам не знаю, на дурака прыгнул. Прям под кувалду, прикольно получилось. А, не получилось. Непонятно, непонятно, что-то тут, Димас, как тут... О, допрыгнуть можно. Теперь я не допрыгиваю. Много раз допрыгивал, а сейчас не смогу, да? А тут, кстати, сложно. Надо разбег большой брать и на shift нажимать. Угу, сейчас мы все сделаем. Блин, не получилось. Так, ну честно, ты что такой быстрый? Так, я тебя догоню. Ты, блин, все ускорение забрал. Ух, Димон, ну почему? Ты когда начинаешь меня хвалить, я сразу проигрываю. Так нечестно. Я не хвалил, ты меня все ускорение забрал. Не хвали меня. Вот это меня шарануло. Опять. Да что ж такое? Блин, сложная карта, ребята, вам сразу говорю. И вот это напряженно играет так, потому что реально сложно. Каждое движение надо очень идеально отлаживать. Есть! Есть, есть, есть. Надо первым пройти, а потом троллить тебя. Я сейчас тебя затроллю, понял? Димон, дальше офигенно будет. Ла-л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 а. Чё ты вообще? Не успел. Блин, надо чисто по центру попадать, что ли? Да, надо чисто по кнопке. Офигенно, Димон, мне нравится. Сейчас посмотрю, как ты там проиграешь, как я. Я вижу твое тут повидло. Блин, на твое повидло упал. А мне нравится, что ты, как и я, проигрываешь. Ай-яй-яй. Да что. Все, надо ритм ловить, Димон, надо просто ловить ритм.
Лови ритм. Блин, а это сложно. Да блин, ну рядом же, ну сопли уже бы засчитали, что ли. Все, вот теперь четко, смотрите, ребята. Профи играет. Во-во-во-во-во-во-во. Блин. От зараза. Нет, ура! Прошел, да? Да, прошел. Понял, задрот. Чуть ли не задерживал дыхание, что происходит. То что за дела такие? Рядом же приземляюсь, вроде как бы, ну, четко по центру, они не засчитывают меня. Так. Вся давай, в крови давай, уже, чувак, эта кабака. Мы справимся с тобой. Задрали, хорош. Ай, блин. А, чуть, о, слава богу, не упал. Так, и чекпоинт еще один. Фу. Блин, ты меня догоняешь. Это реально было напряженно, пацанчики. О, я попрыгулку взял. Попрыгунчик я взял, Димас. О-о-о. Я понял, зачем тут попрыгунчик нужен. Тут вообще жопа, конечно. Такие кувалды летают здоровенные. О, Димас, все. Победа! Еее! Победа! Ах ты кусок говна вонючего. Эх, все, начинай нервничать, потому что ты уже прошел. Возьми прогулку, с ней очень легко, кстати. Да ладно, попробую так. Покажу скилл, Димон, свой, как надо. Все, Димон, смотри, теперь с большими прыжками, как проходится это все дело вообще. Ну-ну-ну-ну-ну. А чё не прыгает кабака это больше? Ну давай, еще смотри, не попади, сейчас я вообще выиграл. Я второй, а не третий. А, третье ваше место нет, ну да ладно. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем игрушку, называется Кровавая Пати. Димончик, поздравайся. Всем привет. Короче, Димон нашел здесь классную кнопку «Танцевать». И мы будем сегодня танцевать, особенно вот этот танец, ребята. Если вам нравится, ставьте лайк. А вот это нравится, ребята, вам танец? Смотрите. Во. Ля-ля-ля-ля-ля. Это, короче, говорит, как ты относишься к хейтерам? Вот им танец я станцую. Ля-ля-ля. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. А мы с Диманчиком будем начинать выживать. Короче. Блин, это весело. Нет, Димас, подожди, смотри, что я могу делать с тобой. Вот давай. Стой на ой, что-то... Не, не то. Что-то не то. Стой, я не могу почему-то... Не нажимается кнопки. Ладно, давай будем начинать. Я прохожу, Димончик. Ой. Воу, воу. Че, я теперь как вот, паук? Вот, смотри. А как ой. Пройти здесь, Димон? А здесь надо просто на дурака, смотри. На дурацкого дурака, смотри. Блин, надо голову кинуть, скорее всего. Ты думаешь? О, да. Кидай голову, Димас. Сейчас кину. А, провалился. Блин, кинул голову и взорвался. Давай, я подожду. Давай вместе. Бегу, бегу, бегу со всей силы. Я сейчас тут перепрыгну, Димас. Смотри, как я сейчас делаю, смотри. Давай. Сейчас. Ты голову сейчас пополнится. Давай, голову. Ого. Красава. Блин, Ксюшка бегает здесь, все бегают. Как тебе, Димас, ловушка? Оп. Классная. Погнали, Димончик. Смотри. Ить. Я тебя сейчас бить буду. Вот тебе. Танцуем сегодня. Похлопаем. Оп. Ладно, я пошел. Давай. Ай, дед. Иди сюда! Ах ты вот так, да? На! Ты живой, ладно, не буду тебя дальше пилить. Пошли, тут чекпоинт. Ну смотри, как я сейчас тут пройду. А! Тихо, ползи. Эть. А, голова. Голова, ах, пила!
Димончик, там сложно. Я в курсе. А, рядом. Блин, на последнем испытании проиграл, так нечестно. Ай-яй. Мой чекпо... Блин, Димон, я понял, где ты проиграл. Там низко, короче, это кабака. А, блин, что так сложно? Да ничего не сложно. Сложно. Не сложно. Блин, сложно, Димон, сложно. Сейчас попробую, ребята, на дурачка пройти, смотрите. Скилл дурачка работает всегда. Это не считается. На первой же ловушке меня отфигачили. Блин. Ты уже дошел до чекпоинта, Димончик? Нет, я за тебя, какой дошел. Ага. А! Давай я возражусь, подожду тебя здесь. А я знаю, что буду... Блин, не знаю. Мне так нравится этот танец. У нас сегодня аэробика под музыку. Куда идешь ты, Димас? Ты не туда шел. Не в ту сторону. Понял. А куда надо? Надо туда, куда я иду. Ай, блин, бедная моя голова. О, чекпоинт. Давай я тебя подожду. Сейчас. Ай, кувалда, не бей меня. Вставай. Побежали. Давай. Эх. Ты чё за карлик такой? А чё ты такой маленький? Да вот такой вот какой-то. Ай, блин. Ложка еще по башке, внимание. Есть, Димончик! На! Кстати, Димон, не так уж и легко, я на дурачка прошел. Да я так и понял. Вот тут сейчас, мне кажется, тебя молоток выбьет. Смотри, а. Красиво ты в воздухе. Красиво я в воздухе. Вот дерьма. Вот тут, да, вот тут, да не, успеешь. Yeah. Вот, видишь? Молодчик. Давай, Дима, стопай. Иду. Фух. Блин, ребята, классная карта. Отвали от меня. О! С одного раза убил меня, что ли? А я еще живой, только не могу двигаться. Так. А, может, надо распилить, чтобы лучше идти, не? Ну, ой, да. У меня в воздухе подпилило. Так. Чпоньк. Чпоньк. Только это там китайцы. Ого, здесь. Так. Димон, будет сложно. Ты готов? Не, я живой. А, кстати, хорошая идея, Димон, я понял, как здесь можно пройти. Нет. Блин, на дурака попробую. До чекпоинта дошел. Я на дурака. Блин, да что такое, как заскриптовано, что ли, одинаково все происходит. Сейчас. Давай. Если нет, тогда дойду. Придется... Так как играть меня хочет. А, блин, получилось. Получилось? Все, я понял. Тут можно спокойненько головой так пройти даже. О. Ой. Да, давай, ко мне топай. Иду. Давай. Воу, прошел, ребята. Конечно, это было жестко, но прикольно. Так. Батут. Ой. Блин, прикольно. И бат. Блин, ты чё? Батут. Давай, чувак. Ай, мне кувал. Да. Это было не очень-то приятно. Во. Вот.
О, а здесь Димас очень сложно будет. Это я даже тебя, Димас, подожду, потому что там будет дальше офигеть как сложно. Блин, меня кишки откинуло. Я видел, классно. Это было как-то непривычно. О, а там, а я видел чекпоинт вроде бы. Не хватило энергии у меня. Так. Не, сейчас я смогу, вот сейчас 100% смогу. Блин, вот это переигрывать, конечно, не прикольно. Ну блин, в этом и есть смысл игры. Я с первого раза прохожу, Димас. Спокойненько. Я типа тут и самое легкое то, что я проходил. Так. Вот с колючками это уже потруднее, согласен. Знаешь, что там в колючках? Надо на каждый трамплин прыгать в самый уголок, понял? В самый-самый уголок прыгать надо. И тогда есть, сможешь... Димончик! Ты выиграл! Да, ты не прошел еще! Ты проиграешь, Ребята, буду веселиться! Давай, Димончик, проигрывай! Я вот так сам... А я, Диман, с этого батута сразу на тот прыгай! Ты понял? Я вот так сразу на этот батут прыгаю с того. Вот смотри, попробуй сейчас. У тебя получится. С этого? Давай, с этого и сразу на дальний замолот. Во-во-во-во-во. Вот так оно рассчитано. А нет, так не рассчитано. Блин, ребята, ставьте лайк, прикольно же. А Димон, это я тебе видишь, какой лайфхак подсказываю? А так ты не знал. Лайфхак. Со своими лайфхайками. Лайками. Так. А как ты тут спустился в самый низ? Я просто упал сразу на этот. Вот прям трупом упал на финиш и все. Только это вариант. Да ты читмен. Не-не-не, хитмен. Хитмен, да. Ну-ну-ну-ну-ну. А, чувак, ты куда? Нет, ты, Димас, контрол зажми. Во. Так. Время у тебя еще 34 минуты. О! Есть, Димон! Красавчик, прошел. Это типа башня какая-то. Типа здоровая, да. Здоровенная башня. Здоровенная. Сейчас поднимемся на эту башенку. Так, ого, башня тут, офигеть. Как мы, Димас, на нее поднимемся, мне интересно. Вот так вот. Не, как быстро. А, не так. О, тут надо завороты делать, повороты и... Ох, отлично. Походу она без чекпоинта даже. Блин, ну что-то мне не сильно так. Это удобно. Башня паркура. Башня паркура. Угу. А я вот вначале вроде проиграю, а потом еще и выиграю. Не, вот в этот раз точно я проиграю. Я злой сам на себя. Димас, а ты можешь по правую сторону идти? По правой стороне легче, чем. Нет, нифига. Забирай свои слова. Ты на зеленый кубик не допрыгнул, Димон? Я в самом начале даже не допрыгнул. Димас, так что это... Такого нуба... Встретишь. Надо еще. Давай, чтобы друг другу не мешать. Фух. Вот до этой штуки дошел, а я дальше не мог дойти. Тут ты, короче, не допрыгнул. А где этот чекпоинт? А вот нету. Это что, со два раза надо типа пройти? Ну, походу. Димас, ты читер. Да, чувак, какой вставай. Читер? Я сейчас тут тоже, Димон, сольюсь. Хватит дрыхнуть. Дрыхнет и дрыхнет уже, надоело. Вот эти кубики розовенькие меня напрягают. Сейчас, короче, я тебя догоню, Димас. 100%. Да блин, я сейчас боюсь, что если я упаду, я заново буду. Мне что-то карты, где надо вот так все заново делать, не сильно удобно. А ты, Димас, сосредоточься. Ага. Где чекпоинт? Разработчики. Издеваетесь, что ли? А вот тут чекпоинта нет. Ого, Димон, я его вижу очень далеко. Где? Показываю. А увидишь сейчас, когда поднимешься высоко. Блин. Жесть. Тут надо можно упасть. Надо смотреть под ноги. Да. Тут, короче, эти кубики. И тут между кубиками дырки всякие. Да. Блин, ну тут куда? Ого, что туда надо. Фух. Если я упаду, я ее переигрывать не буду. Я говорю сразу, ребят. Я ее переигрывать не буду, эту карту. Я не сумасшедший. Вы что? А я сумасшедший. Не. О нет, там эти кабаки, Димон. Да ну нафиг, мы так не разработчики. Yeah.
А! О, я голову отпилил и присоединился. Вот так дурачкам везет. Кстати, Димон, склеилась как новая. Фух. А, мне ботинок подрезало, смотри. Ботинка нету. Разработчики, где чекпоинт? Вы что? Это да? Только, Дима, давай без бензопил, потому что реально не хочется переигрывать. Вот, надо долететь до туда. Во, еще и долететь. Нет! Да. Да ну тебя, Дима, я буду переигрывать. Ребята, я прошел! Я прошел! И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима с Димон Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в игрушку Кровавая Пати. Будем поднимать вам настроение. Скачали карту с воркшопа. Диманчик, поздоровайся. Всем привет. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. А мы даже для вас танцуем. Вот я люблю танцевать. А ты хлопаешь. О, махаю, ребята, вам. Нормально танцуем. Ну что, Димон, тут смотри, получается, есть у нас три прохода. Слева, справа, посерединке. Ты куда пойдешь? Я пойду сюда. Посерединке пойду. Посерединке самый безопасный, Димас. Ух! Я тут поспать прилег. Ну ты не обращай внимания, иди. Давай, давай, Диманчик, вставай, пошли вместе. Веселье только начинается. Это отбивные молотки. Вот лошара, как не заново, я хочу заново, о, этот. Димон, где ты, смотри, я тут тебя жду под ножом. Ах ты, как ты туда забрался? Так, Димончик, там идет, блин, я так боюсь, я не знаю даже куда дальше. А, вон туда, вон туда. Димон, садись! Садись! Я допрыгнул, Димон, с шифтом, давай, я тебя жду. Давай, давай, давай. Ой, блин, Димон, я живой, я живой, я живой. Разучился уже играть просто. Димон, тут плавать можно. Да я знаю. Так, давай иди ко мне. Сейчас тебе покажу, как пройти здесь, смотри. Иди сюда, показываю один раз только. Берешь вот так вот. Вот, вот так вот, прям становишься. Ой. Вот, смотри, где я. Видишь? Я все сделал правильно, только наоборот. Смотри, видишь, где я вот сейчас вот? Видишь? Так, вижу, по вижу, вижу, Дима. По шляпкам этим прыгай. По шляпам прыгай. Да блин, эти шляпы, они маленькие. Вот так, да, значит? Хорошо. Сейчас, Дима, я не буду спешить. Сейчас я по-профессиональному сделаю, смотри. Так, я тут на безопасный кубик пришел. Я к тебе. О! Ничего себе, мы с тобой крутые мужики. Мы круче всех. Подожди, что эти колючки тут падают? Ой, мне не нравится. Они очень... Карта крутецкая. Чё-то я ссу, Димон. Туда надо поймать, когда они будут синхронно крутиться. И вот так прыгнуть. А, кувалда, нет, кувалда! Вот так, хорошо, сейчас я тебе отомщу. Блин, ногу отрезала. Димон, как ты думаешь, мы пройдем эту карту или нет? Да, пройдем когда-нибудь. Тут надо, короче, аккуратно очень быть, аккуратненьким человеком. Тут надо, знаешь, не нервничать, спокойненько, на дурачка вот так вот. Чпоньк, чпоньк. Вот так, так вот. А если... А, нет, голову если кинуть, там дальше не пройдешь. Так, ну да. Надо что-то предпринимать, Димас. Так, вот здесь вот, Диманчик, я к тебе иду. А, вот это возле ноги. Нет. Последнюю, блин, секунду. Ой, Димон, я перепрыгнул. Ух, тут кувалда рядом. Блин, а тут сложно. А, на уголок надо прыгать. А как ты там успел так перепрыгнуть? Не знаю, на дурака. Я тоже хочу быть дураком. Во. Блин, что-то опасно, и ни одного чекпоинта. Это рассчитано, что мы с одного раза должны пройти, что ли? Нет, а как? Это нереально. Это, Димас, ты скачал такую карту, да? Да, да, да. Ну, ты, конечно, у нее там большие отзывы у этой карты. Качатель, блин.
Я думаю, надо головой, короче, кидать. Ай-яй-яй! Ого, как ты так прошел там? Ага, вот так вот. Блин, вот это даешь, вас. Ого, карта! А как я такую карту сложную-то нашел? Ой, ай, вставай, мужик, вставай, вставай, ну не женись! Это электричество, Дивас, да? Я не знаю, но оно больно бьет. Сейчас пройду. Да ну, мужик, не падай. Попробуй на дурачка вот так вот. Нет, это было точно на дурачка. Во! Я понял как. И ты понял, да? Просто так бежать надо и все. Во! Сейчас у меня наберется энергия полная, и я прыгну. Их кубик! А, перелетел там лесенку. Эта карта, мне кажется, Димас даже сложнее. Так а как же люди ее проходят и отзывы хорошие оставляют? Значит, задроты играют. Во, я прошел. О, не, Димон, это тоже сложная карта. Ну, на сегодня, короче, непроходимый паркур. Да. Не, вот лесенки самые сложные, Димас. Это все в начале, это фигня все, это легко. Это... Ща. Это реально непроходимый паркур, как его пройти? Не, в начало, Димас, оно легкое, реально. Да тут вот даже тут начало иногда на дурачка не проходится. Сейчас пройдем как-то, надо лесенки как-то пройти. А, есть. Лесенки. Да ну чё не прыгает далеко, я с шифтом же прыгаю. Так, да, тут я уже научился проходить. Первую лестницу не прохожу. Я, блин, решил отдохнуть, что ли? Давай, вставай, инвалид. Блин. Как ты начал так быстро проходить? А я уже научился проходить, она легкая. Ты сразу целься на бортик левый верхний. Вот так, да, во. И оно вообще легко. И вот так вот, вот, чпоньк, молодчик. Так, короче, ребята, мы будем пытаться пройти. Но если мы не пройдем, мы опять поменяем карту. По крайней мере, мы будем пробовать. Пошел отсюда. Я тебя кольнул, Димас. Будем драться. О, что со мной? Меня колбасит. Ай! Это я кольнул тебя. Ау! Да все, Димон, хорош. Блин, это весело. Весело, да? Да. Ого, здесь как опасно. Ого. Да здесь опаснее некуда. Блин, эта карта, наверное, самая прикольная, наверное, разнообразная. А, меня каким-то там пальцем ударило, убило. Прищемило. Ай, тихо, мужик, вставай, вставай, вставай. Короче, есть палец, который убивает людей. Ить. Блин, если все заново проходить, будет неприкольно. Чекпоинт давайте. Какие-то пальцы вылазят. Не-не, вон там чекпоинт есть. Сейчас мы дойдем до чекпоинта и будет все четко. Димон, я дошел! Фух! Во, я лечу! Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А не, не ля-ля-ля. Вот ля-ля-ля. Текс. Чпоньк. Вот этот паркур прикольный. Мне нравится. Да что ж такое, меня ударило каким-то этим. Тут есть пушка, которую ты стрелял. О! Чекпоинт! А, вниз. О, отлично! Давай, Димончик, вместе пойдем здесь. А что тут делать надо? Не знаю, написано вниз, короче, падать или куда? Не, вниз я не хочу. Ага, тут кулак с пальцем вышел. Ого, здесь. О, чекпоинт, Димас. Че ложку взял? Че ложку взял? Да так, по приколу. А там дальше я не знаю, куда, Димон. А, дальше я понял, куда. Куда? Вон, в трубу. Точно. Чё-то я не попадаю, Дима, в трубу. А может в эту? Там справа и слева есть коробочки. Ты их, короче, разламываешь, там еще выше прыгаешь по батутам и до чекпоинта. Блин, прикольная карта, ёшки-матрёшки. Так, я пошел дальше, Димас. Воу-воу-воу!
Ничего себе, тут высоко надо подниматься. Есть, чекпоинт. Так, давай дальше. Тут есть, короче, пушка. Но она мне не нужна. Я еще выше иду. Еще выше? Ну да, тут можно еще выше. Ай-яй-яй, ноги мои новые. Короче, какие-то кубики, в которые я боюсь. Блин, обманули красиво меня. Блин, о, Димас, ты дошел до моего места. Да. Тут, Димас, очень сложно. Ничего, я пройду, Димон, я могу. Вот это то, что ты сейчас мы проходим, это легко. Там дальше, знаешь, какая сложная тень будет. Ой-ой-ой, как здесь реально красиво и сложно. А что дальше тут делать-то? А тут дальше на кубик надо прыгать и еще выше надо подниматься. Только дальше тут, Димас, вообще ад какой-то полнейший. Тут кубики вверх-вниз, вверх-вниз. Я офигеваю, я уже запутался. Я уже, воу, я так... Димон, тут реально как-то сложновато, мне кажется, не? Да, тут очень сложно. Чуть не умер. Блин, вот это, конечно, сложноватенько тут. Вот это карта. Вот это карта. Намудрённая. Это просто нереально. По самые яйца. Ну, давайте. Я уже хочу на следующий кубик. О. У меня уже аж голова болит от этого. Что тут такое? Вниз! Нет, я так далеко от него сошел. Я очень обидно там вниз упал. Вот это поначалу, вот это, которое слезем, это вообще легкотня. Фух, я дошел до чекпоинта, слава богу. Дошел? Да, это сейчас... было очень сложно, но я это сделал. Сейчас, что, когда ты будешь, Димас, до следующего чекпоинта доходить, это самое легкое испытание будет. Ты его быстро пройдешь. Так, я иду. Оно легкое. Я сейчас пройду. А потом ты будешь на моем испытании. Вот оно сложное. Ну, кажется, что легкое. Просто надо прыгать. Но я не могу долететь. А, меня даже кувалда здесь ударила, да? Да, она от кувалды что ударила. Оу, так это не так и легко уж. А я с первого раза, Дима, кстати, попал так. На дурачка, да, типа? Ну да. Их. Прыгай на него вот так. Я просто вверх прыгну сейчас. Во, надо было вверх прыгнуть. Так, а ты как делал? А, не, еще надо было выше. А там голову как? Надо, Димас, не, просто кинь голову. Фух, я уже испугался. Фух. Вот на этом испытании я тебе все расчистил. Тебе просто надо, ну, пройти просто легонько и все. Легонько, говоришь? Ну да, там вообще легко, короче. Понял, иду. Иду. Все, я пошел, Димас, вверх еще. Ой-ой-ой, это мы сегодня с Димоном прошли паркур. Ну, натренировались, раньше вообще не могли даже такого пройти. Так. Чинь. А, блин, а. Вот я дурачок, упал тут. Так, давай. Да что тут так сложно? Ну, давай, ну уже. Да что ж такое, что с моим персонажем? Чуть-чуть не долетел, божечки. Так прикольно было и легко. Вот просто рассчитано на прыгучку. Если я на прыгучке не прыгаю, все, я не меня вообще расплющило. Вот тут не знаю, как допрыгнуть. Может по балочке-то дойти? Тихонечко. Где, давай я покажу, что ты там не можешь пройти. О, все, прошел. Дальше просто, Димас, смотри под ноги, это самый легкий паркурчик, просто легенький такой, прыгаешь и все. Да, потихонечку, не спеши. Да, не спеши. Можешь вообще попадать немножечко, ты меня сейчас догонишь. Да блин, это вообще... Опять уронил. Очень сложный паркур. Когда уже чекпоинт будет? Что за дела, пацаны? Сложно же. Здесь куда? Так.
Димон, чё ж так сложно и далеко чекпоинт? Ну потому что легкий паркур. Легкий? Да, вот это вот, это вот эти маленькие плитки здесь, они легкие. Аккуратно, здесь кулаки тебя расплющат. А где чекпоинт? Я его так и не нашел. Вот он. Аккуратнее, нет, стой, не иди. Фух! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение. И сегодня мы играем кровавая пати, будем играть за зомбаков и стараться прожить. Димончик, поздравайся. Всем привет. Ну что, как ты думаешь, Димон, выиграешь ты или нет? Я думаю, я буду победить. Давай тогда отсюда на счет 3, как обычно, и погоним. Давай. О, а? Давай вместе будем. Не-не-не, я хочу выиграть. Хорошо, давай. Раз, два, три. Три. Я направо. Я налево. Так, у меня тут какая-то штука есть. Оп. Отвали! 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 Димон, так нечестно! Ты читер! Нечестно! Ай, блин! Я начинаю нервничать, потому что хочу выиграть. Но я выиграю тебя, Димон. А там, не, а там даже непонятно дальше, что делать. Иди. О, о, все, давай, теперь я тебя ждать не буду, погнал. Догоняй, догоняй. Бегу, бегу, Димончик. Блин, чуть не упал. Это было больно. Надо было тут приседать, а я забыл, а я, блин. А я, блин. Неплохо, неплохо. А, так. Чуть не порезало. Тащим, тащим, тащим. На кускок, на кускок. Сложный вот карта. Это мола, Тора. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, ты жопа, Димон. Ааа, я уже понял, я лечу. Так, куда надо вообще было идти мне? Блин. Вперед, чувак, блин, вот это тебя ушатало. Так, а, прыгай, прыгай, ты умеешь. А есть, на дурака как, а? Просто в жопа. Вот здесь жопа. Чё ж ты меня не предупредил, что молоток? Ай! Да вставай ты, ай, да что ж такое, а? А, да что. А, лучше подстрачник, да не такой-то сильный. А, там налегке можно пробежать на изи. Хи-хи, давай, Димка! Да что ж такая сложная карта-то? Нормально. Вперед! Я первый, я первый. Мой чекпоинт. Там... Ребята, это было сложно, но я Димку выиграл. Так, теперь будем троллить Димона. А, голова упала. Ну, Димон, ну, бывает. Что ж теперь? Так, бежит, бежит, молотком по жопе. Так, встает, встает. А че ты плачешь, как ты мне говоришь? На! Вот где люблю троллить, Димон. Наконец-то сбылась моя мечта потроллить. Так, катится голова. Прыгает, прыгает. Проходит лезвие острое. Прыжок, лезвие, голова. Ну давай, давай, дальше. Бум, такой звук. Через правую сторону вроде лучше проходить. Ну тут на дурачка лучше пропрыгать. Их! Давай, 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 давай. И тут мимо! Вот, блин. Было бы прикольно, если бы мимо. Смотри, голов. А вначале вроде проигрывал, но тут видишь, как повезет, не повезет. Ты готов проиграть? Прикольно, давай, давай, Димас. Это симулятор открывания дверей сейчас будет. А, да. Ты какая рожа нарисована и ржет. О! Хотел сказать, там надо угадывать. Ха-ха, и упал, блин. Спасибо. Ой, тут. Вот, блин! Когда начинаю спешить, сливаюсь по красоте. Да блин, а как ты прыгнул туда? Че я не допрыгиваю? Показать тебе? А, там бортик дальше есть. А, ладно, ты уже заметил, я погнал. Так. А я вначале вроде сливаюсь, а потом выиграю тебя. Здесь колючки. Ах, ногу обрезал, я не долетел. Тут колючки. Этот колючки. Ух, зацепил рукой. А я сейчас на дурака пройду, смотри. Это сложно, это сложно. Дядька, живой, живой мой!
Блин, а как там пройти? Можно их перепрыгнуть надо, Димон? Да не, ее не перепрыгнешь. Не, смотри, тут дальше какая-то кнопка, может, на нее нажать надо? И он тогда отклоняется в одну сторону. А ну, нажимай. О, нажал на кнопку. Спасибо, Димон. А что, тебе помог? Да. Вот ты какашка. Ай, Димон, я упал, поспешил. А, голова моя. Что такое? Я просто отфигачил лазером. А, такое я знаю. Ты готов умирать от моей бензопилы? Где ты бензопилу взял? Ты готов умирать от моей бензопилы и сам сдох я. Подожди, а что я кнопку нажал? Это кабака, что ли, убралась? Вот, блин, теперь паркурить надо? Вот облом. Эх. Блин, а сам себе западло сделал, Димон, там. А что ты сделал? А я, короче, нажал такую штуку, теперь у меня... вместо мостика кабака, который надо пройти, фиг знает как. А я девался туда дальше. О, я прошел. Пробую так пройти. Ай-яй-яй-яй, больно, чувак. Что такое, Димон? Я тут умираю. Нет, голова куда улетела? Это смешно было. Я-то блин, напряженный момент в этой игре бывают такие. Эх, да ну я нервничаю, так хочу обогнать тебя, не получается. Нельзя нервничать в этой игре. Как начинаешь нервничать, фигня получается, да, Димон? Конечно. Чё мои кишки неправильно летят постоянно после, как их разрезают? Эй, вы чё так жестко? Так. Ай, не смог долететь, реально, реально. Есть. Так. Есть. Оп, могу, умею. Справляюсь. Ну, представляешь, сейчас выиграю тебя. Нет, ты не сможешь. Блин. А почему? Потому что ты читер. Я вел чит, короче, на выигрыш. Я сейчас догоню тебя все равно. Не догонишь, не догонишь. Там очень сложный момент, и ты их не сможешь пройти. Смогу. Нет. Ребята, я это сделал. А эта трасса мне очень понравилась. Она реально крутая. Смотри, сейчас, Димон, ты упадешь, смотри. Упади. Упади. Упади здесь. Блин, ну ты прям какой-то классный челик. Я там слышу. Уже слышу шипение горелок. Да, сейчас у кого-то задница пригорит. Ух, жесть, Димон, какая карта насыщенная. Так, я тоже горю. Но это мне не помешает пройти карту за 5 секунд. Димон, я вот чуть не успел до этого, как его? Ну ты понял. А, я сдох чуть-чуть. А! Давай, чувак! Нет! Я прошел! Я прошел! О, я взлетел! Воу! Воу, круто! Ты видел, Димончик? А я горю почему-то. Ой, я успел до чекпоинта. Я горящий, и я успел до чекпоинта дойти. Я горю и иду до чекпоинта. Да. Ах, блин, а так классно бы мог пройти. Я самый сильный. Ты первый, да, Димон? Да. Так, я могу курить. Ох, из-за огня ничего не вижу. Зажжён. А, курица, ты меня предала. Чекпоинт, чекпоинт. Есть. Нет, курица. Эх, сгораю. Что, Димончик, такое? Что там с твоей курицей? Она офигела. Что там, не летает? Плохо летает. Так, я иду к тебе, приближаюсь. Курица! А, ты нажал кнопку. Я тут все понажимал. Потом туда вниз идти. А, сюда. А, тут... Бифштекс какой-то получился. Курица. Ой, кувалда меня в голову врезалась. Ах, а ты меня не довезла какая-то. Ой, не увидел, не увидел. Очень яркие вывески. Да почему? Ой. Блин, или туловище сгорело, или разрезали. Почему? Почему? Почему нет?
Димас, ты доходишь за меня? Дохожу, дохожу. Тут молотки просто очень мощные. Блин, здесь вот ты гонишь. Есть. Честно. Эх, не догоню его. Тут лупит меня и лупит. Эх, да ну что, дурака не получается пройти. Надо тот тайминг удерживать. Все, давай, курица, вали отсюда. Есть. Подожди, а что тут делать? О, жесть. Блин, да что такое не получается? Ого. Ничего себе тут паркур, Димон. Надо с курицами. А, дед с курицы, а я без курицы на дурака решил пройти. Эх, я не долетаю, я понял, что. Курица не дает до конца долететь. Ну, да сюда зато. Победа! Ох ты, Димка! Димас, я за тобой буду наблюдать. А я быстро долечу. Смотри. Блин, ты, я хотел поугарать на тобой. Нет, не получится, потому что я Бэтмен. Ой, лучший игрок в эту игру. Класс. У меня очки зато четкие.